чего ты так волнуешься? Это же такой хороший ланчбокс. Тим, посмотри на него. Он вот-вот под землю провалится. Выглядит реально тяжелым. Выглядит? Потрясно. Все б свои пожитки отдал за ланчбокс такого качества. Можешь забрать себе? Вот дерьмо. Эй, воу-воу-воу-воу, Стив, Стивен. Ты вот так вот отдашь мой ланчбокс? Передашь другому мой потрясный ланчбокс? О, Стив, я же сейчас заплачу. Кроме того, ты думал, что это последний мой подарок? У меня остался еще один презент! Для тебя! Нет, хватит с меня подарков! Да, дай Стиву передохнуть. Стоп, обождите, это же отличная шляпа. Узрите! Здоровый Стэтсон! Вот это шляпа! Feliz Navidad, мой милый друг. Босс, а почему ты нам ничего не даришь? По мне ланчбокс был покруче. Ну, типа, норм шляпа. Стоп, что? О, я тебя нагрузил! Я словно альбатрос на твоей ключице! Да, я это сделал! Босс? Что? В этой шляпе? Волшебные гири, Стив! Подарок от высшего руководства! Боже мой, они 600 баксов за штуку стоят, Стив! Плющит прям как Джайлза Кори! Ты угодил в ловушку, и это дофига крыса! Обычно мне не требуется помощь, чтобы отлавливать вас, фрикозоидов, но ты тот еще фрукт, Стив! С места не сойти! Да, так и задумано. Что ж, не то чтобы это было в радость. Ребзи, я буду по вам так скучать. Ни разу. See you.